Всем привет, ребята, я Ольга, тружусь в такси, записываю вам видосики. Погнали! Сейчас заехала на мойку, листья обмыла, ближняя подача, заказ пришел. Стромынка. Психанул, бедненький. Потратил 1,5 километра, я просто пыталась понять, куда мне ехать, мне заказ дал. И пробку организовала. Поверните. Я, кстати, так толком не ответила, почему в такси. У меня была разъездная работа. Ездила. Работала себе спокойно, зарабатывала деньги. Будьте внимательны. Рядом школа. Ну, короче, я поржала, когда мне знакомая говорит, а что ты, иди в такси работать. Я такая говорю, я и в такси? Никогда. Вот, не зарекайтесь. Последнее время поездки какие-то все по 200 рублей. Знаете, о чем хотела поговорить? Через 100. Сейчас заткну тебя. Поверните направо. Что-то громкое, очень какое-то. В общем, у меня вкусняшки. Это собачка. Вот такая косточка. Их было много. И тут тоже внутри какая-то колбаска. Для чего? Подкармливать бездомных животных. Жалко так всех. Вкусняшки. Собачья радость. Сколько вам заказ за 200 рублей? Здравствуйте. Здравствуйте. Измайловское шоссе 70, да? 70. Да. А сколько поездка стоит, чтобы точно знать? Ваша фиксированная оплата там была показана. Вы по телефону заказывали? А вот только сейчас пришло что-то. Нет, через компьютер. 129 рублей. А, все. Просто я переживаю, мало ли. Не хватит налички, поэтому я переспросила. Так интересно, люди стоят, табличка висит. У нас не курят, и все стоят, курят рядом. Да я знаю, что это больница. Я сама там лежала. Просто я когда лежала, я вообще не ходила. Я думала, в других странах не так, везде так. Даже те, где кажется, что придерживаются правил, тоже говорят, не курят голосом прям. И все стоят, курят в общественных местах. Нет, в других странах еще прилетаешь прямо из самолета, выходишь и закуриваешь, уже по аэропорту идешь. Так что? А где там, кстати? Это вот, пока смола, там не гоняют за курение вообще. О. Там жесть, наверное, задохнуться можно. Хотя в центральном, по-моему, аэропорту Доминикане, у них половина аэропорта для некурящих, половина для курящих. Выведена из-за права меня. Если лет прошло, надо же улучшение в этом году. Поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Спасибо. Всего доброго. Удачи вам. По счетчику пошло. Я думала, реально 129 рублей, аж офигела. Думаю, ничего себе, что, пойти попрошайничать уже, что ли, начать? Я думала, реально 129 рублей 5 километров стоит. Думаю, нифига себе. Здравствуйте. Третья Парковая, 61, да? Да, все верно. Спасибо. Всего доброго. Пока! Пока. 286 рублей за заказ. А я не посмотрела. Ну, километраж небольшой, кстати, был до 10 километров. Ну, километров 7-6 максимум. Я эту штучку очень люблю. Ее бы с сыриком, со сливочным и рыбкой. Вместо хлеба. Было бы шикарно. И авокадо еще. Гурман, ёп. Хлеб насущный попал в твой рот, и то радуйся. Люди придурки. Кто должен туалетную бумагу? Ну, в разговорчиках в Яндексе разные. Из меня лезет каловая масса. Наверное, отовсюду лезет. Тут уже бумага не поможет, чувак. Жесть, конечно. Из меня лезет каловая масса. Через 300
метр. ЖК. Да? Вот ЖК Лосиный остров. Мама, ну что, на остров? Нет, домой. Мама, с кем я буду заниматься? Одна. Низкие. Ну, давайте сейчас тут не надо, положите еще обратно. Здравствуйте. Заберите, пожалуйста, салфетку. Девушка, заберите, пожалуйста, салфетку. Много, второе счастье, не свинячек сзади еще. Что-то жрать, блин, просто вот иногда вообще не хочется молчать. Или хочется промолчать и ничего не говорить. 500 рублей заказ. А еще туда заедьте. Ну вот потребительское отношение. А вы заедьте, блин, я забыла документы. В смысле, кто вам обязан? Здравствуйте. Пошел. Пожалуйста, подождите. А, все, вижу. Обратите внимание. Пристегните, пожалуйста, ремешок. Да, конечно. Где-нибудь учитесь? Нет. Нет? Молодо выгляжу просто. Почему? Ну да. А, спасибо. Нет. Отучилась. Отучились, да? Ну это же не основная работа или основная? Основная. Правда? Какая молодец. Пока основная, там посмотрим. Все, всего доброго. Спасибо. Взаимно. Поверните направо, поверните налево и немножко наклонитесь. 147 рублей заказ. Вообще заказик такой хороший. Мне кажется, мне все говно скидывает. Мне рейтинг упал. Короче, чего у меня только не было. Скажите, чего не было. И таксопарк кинул на 10 тысяч, масло разлила, все спасла шашками. Ну, это фигня, конечно, мелочь. Ну, короче, самое обидное, это, конечно, что кинули на 10 тысяч. И теперь в долги влезла из-за этого. А, я, кстати, набрала на уровень золота количество. А у меня рейтинг упал, и мне дали серебро. Так что... Типа я плохой водитель. 4,7, короче, рейтинг у меня был. А золото дают с рейтинга 4,8. Ну, пошли в баню, нафиг мне. Кстати, знаете, что если видите, что адекватный водитель, ну вот сразу по первому этому, и у вас наличка стоит, отменяйте вы заказ, нафиг платить комиссию. Вот вам чаюха будет, особенно на большие поездки. Ну, если вы реально не боитесь. А так, если с детьми, лучше не отменять, конечно. Дамы и господа, вы разрешаете кушать в такси? Что вы говорите? Мне просто расчесываются. Вот меня вот раздражает, я не понимаю. Надо ли говорить, чтобы не расчесывались? Надо ли говорить, когда начинают жрать, что как бы, ну, в машине не едят? Здравствуйте. Ремень нужно. Dot. You don't speak English. Ремень. English нету. Нету English. My English very bad. Very bad. I can speak English. You speak little. No, I can't. You have to learn. You understand? Understand. English very good. Das ist fantastisch. Fantastic. What is your name? Olga. Oh, this is so. Oh, Olga. What is your name? Prince. Huh? Prince. 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 Can speak slow. Prince. 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 Yes. You understand?
No, sorry. Prince, princess. Ah. This a joke? No. Attitude. Okay. Короче, час 10, 800 рублей. 600. Из них 600 мне, грубо говоря, где. Ну и еще и минус бензин. О! Круто работать на бензин! Отчет. Итак, 13 заказов. Если бы Яндекс не забирал столько комиссии, вообще, вот грязью я заработала 5000 с 10 часов. С 10 до 8, 9 часов грязью. В принципе, неплохо, но когда, да, когда с утра просто выходить и начинать работать. Просто когда я с утра выхожу, я быстрее устаю. Надо на самом деле просто еще в отпуск ходить. Эх, дал бы кто взаймы до следующей зимы. Да, позабыл об этом. Ребят, я очень рада, что у меня есть подписчики, которые смотрят, как я тружусь в такси. Комментируют, поддерживают, пишут приятности. Напишите, что вам интересно было. А то я снимаю сколько уже, может, реально неинтересно вообще. Ну, может быть, вообще не надо это делать. Типа, фу, иди отсюда, вот, быстро. В общем, заканчиваем видосик. На приятной ноте. Ребят, покупайте вкусняшки с собачком бездомным. Хотя кто-то имеет мнение не покупать, говорит, не подкармливать. Ну, конечно, собаки злые становятся от того, что люди их пинают. Собака что, может родиться злой? Ну, конечно, не, я говорю, там, какие-то ставы, там, и то. Можно воспитать, а она будет доброй. Хотя всех может переклинуть, и людей, и собак. В общем, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы. Если плохие пальцы ставите, пишите, почему и что, что бы вам интересного, что бы вам хотелось увидеть. Кстати, забыла сказать, знаете что, ребята, у меня какая мечта? Что я хочу ездить в детские дома. И, конечно, какие средства. Мне проще, чтобы люди вот собрались, там, 5 человек, да, там, кто памперсы привез, кто масла, кто игрушки, что. И отвезли сами в детский дом, там, кто еще, поэтому можно спросить, а чем вам помочь, собирать, ну, вот так какие-то. Я надеюсь, вы дослушали, и вам реально будет интересно. Пишите в комментариях, вообще была бы такая интересная тема помощи. Пока-пока, пока-пока, ребята, пока!